преемник Ивана Ивановича, Иван Иванович II, вылитый первый, тоже не сумел вовремя сориентироваться или по-современному перестроиться. Обходи, обходи, Коля, меня беру через 40 минут. Поставь мигалку. Понял. Запомни, запомни номер, Коля. Ага. Я у него права-то отберу, они его надоели. Нет, перестройка — дело все-таки серьезное. Нельзя в нее со старым мышлением въезжать. За что?